Привет, друзья! Сегодня хочу по-быстрому рассказать о такой проблеме на Mavic Air. Я слышал, что такое же встречается и на Mavic Pro. Ну, то есть, сейчас я вам покажу одну проблему и как ее можно решить. В общем, за несколько секунд. Вот пульт от Mavic Air. И иногда он у вас может просто взять и начать пищать. Ну, такой будет писк, он довольно громкий, и когда вы летаете долгое время, он просто отвратительный. То есть вам от него надо будет избавиться, да? На нажатие на кнопки ничего не помогает. Что вам нужно просто сделать? Вам нужно перевернуть, потрясти его и продуть вот в этих местах. Вот если двигать стики, вот подвигаем стик, продуваем вот здесь. Писк в большинстве случаев означает, что пыль попала в стики. И он видит в этом проблему. Просто продуваете, перезапускаете и все. Писк пропадает. Вот и все, друзья. Я думаю, вам будет это полезно. До новых встреч.